слушай, ну вот это вот море, да, вот просто вот такая вот дымка и не очень хорошо понятно. Друзья, всем добрый день. Значит, мы сегодня включаемся из города Мерсин, из самого центрального района Йеншхир, и практически с самой высоты. Ну, понятно, что есть здания наверняка еще и выше, потому что вы знаете о том, что в Мерсине достаточно много высоток. Но мы тоже, как говорится, забрались повыше. Сейчас конкретно стоим на 14 этаже. И вы знаете, видно весь город, как говорится, как на ладони. Море, да и вообще просто вот это вот ощущение властелина мира, оно может быть вашим. В общем, сейчас все расскажем, покажем и подробно поговорим об этом проекте. Все, погнали. Ну, высоко, реально. Ну что же, давайте пару слов про сам проект, который уже на завершающей стадии. Значит, сам жилой комплекс в одном из крупнейших районов Мерсина – Йеншхир. Район Йеншхир – это самое сердце Мерсина. Вокруг вся городская инфраструктура. Торговые центры, набережные, образовательные, государственные учреждения, банки и, в общем, огромное количество всего, что нужно для обычной хорошей жизни. Данный район отлично подойдет для постоянного проживания, естественно. Жилой комплекс будет состоять из двух блоков – 10 и 15 этажей. Расположился он в 1300 метрах от Средиземного моря. Для жителей будет предусмотрена хорошая социальная инфраструктура. В продаже представлена квартира 2 плюс 1. Точнее, не одна квартира, а их несколько, потому что целый дом состоит только из квартир 2 плюс 1. Общей площадью все по 100 квадратных метров. Так что выбор, друзья, есть. Квартира, как говорится, стандартная 2 плюс 1. Оснащена кухня американского типа, двумя спальными комнатами и двумя санузлами. Ну и, конечно, батареями для тепла. Строительство комплекса будет завершено в сентябре 2022 года. Доступна беспроцентная рассрочка. Еще есть возможность, как говорится, запрыгнуть в этот вагон. Так что связывайтесь с нашими менеджерами и более подробно узнавайте всю информацию. Про инфраструктуру объекта. Открытый бассейн, беседки, детская игровая площадка, открытая парковка и электрогенератор. Да, друзья, это все-таки центр. И это нужно ценить. Так, ну что, давайте будем подробности теперь вычленять, как говорится. Итак, значит, этот комплекс состоит из двух блоков. Один 15-этажный, другой 10-этажный. И, соответственно, в этом блоке у нас представлены квартиры 2 плюс 1. И если я не ошибаюсь, ну, а я, по-моему, даже не ошибаюсь, что вообще все квартиры в этом блоке состоят только вот 2 плюс 1. То есть вот так, что называется, всех уравняли и показали о том, что все, здесь будут 2 плюс 1. А в том блоке, который чуть поменьше, 10-этажный, он состоит из квартир 1 плюс 1. Так что вот так разделили, говорит, вот здесь будут большие квартиры, здесь будут чуть поменьше. Значит, вся площадь квартир составляет у всех одинаковая 100 квадратных метров. Их огромное количество, 15 этажей, поэтому приезжайте, выбирайте, смотрите и разбирайте, что называется, стороны света. Потому что они выходят, естественно, на разные стороны, где-то солнечное, где-то восточное, где-то западное, где-то море видно, где-то видно горы. В общем, тут, как говорится, на цвет и вкус выбирайте сами. Ну что, на конкретном варианте посмотрим. Давайте вот на этом. Здесь уже видно, да, постелен пол, ламинат, да, который комбинируется с плиткой. Ну, я так понимаю, это часть кухонная, та гостиная, соответственно, вся квартира будет покрыта ламинатом, ну, за исключением санузлов. Есть санузел, здесь комнатка. Видно, да, о том, что вот у нас уже, так сказать, окна, ну, большущие. Я вот про это хотел сказать. А здесь еще у нас, у нас еще здесь, смотрите, есть какой-то сюрприз. Ух ты! Я так понимаю, это прачечная некая, да? Ну, выводы под стиральную машинку, наверное, да? Газ. Вот уже видите, вот такие вот трубы. Это означает о том, что газифицирована. Так что газ – это всегда хорошо, экономно и приятно. Так, ну, здесь у нас санузел, достаточно обычный, небольшой, не маленький, хороших размеров. И еще одна спальная комната, которая, ну, наверное, является хозяйской комнатой, потому что есть отдельный санузел, причем очень стильненький такой очень, да, в санузле очень редко когда-то комбинируют плитку, там белая внизу, зелененькая сверху, в общем так стильненько и хорошо. Ну и, соответственно, хорошие окна, которые открываются. Единственное, наверное, ну, из
так сказать, минусов, наверное, нет из комнаты, да, из спальной, все-таки балкона. Но опять же, кому как, тут уж, что называется, выбирайте и смотрите сами. Так, давайте санузел заглянем. Ну, обычного размера, хороший, небольшой, еще раз говорю, не маленький. В общем, нормальное, хорошее жилье для хорошей, такой небольшой, нормальной, полноценной семьи. Точно здесь можно хорошо и комфортно жить. Ну что же, вот как-то так получилось. Так, это у нас парадная, да, входная зона, группа, лифты с двух сторон. Вы видите уже все на финальной стадии, даже уже видите, поставили мебель. Так что все, как говорится, скоро, потому что в сентябре 2022 года проект сдастся полноценно. Здесь все облагородят, делают красиво, в общем, все, как говорится, наведут здесь красотень в полном объеме. Ребята вот работают, в общем, друзья мои, цена. На данный момент стартует, понятно, что от этажности зависит, от стороны и все прочее, от 67 тысяч евро. Так что хороший вариант, хорошая цена и хороший вариант, да. Ну что, все, да? Помните одно о том, что забота – это наш конек. Лига Real Estate. Увидимся с вами, друзья. Пока.